Приветствую вас, друзья мои, это Тимур Хан. Хочу узнать, как люди относятся к тем, кто выходит на протест. И давайте поспрашиваем прохожих. Прохожих-то и нету. Я делаю опросы методом прямым, сплошным, без выбора. Стараюсь, конечно, обратиться к людям разного возраста, разного социального положения, ну, по крайней мере, разного вида, разного пола. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опросы провожу. Как вы считаете, почему люди выходят на протест иногда, вот какие-то демонстрации, митинги? Потому что поддаются под влияние посторонних людей, они своим умом думают. То есть это люди не самостоятельные? Ну, управляемые. А вы не управляемый человек? Нет. Вы самостоятельный? Да. И на митинг не пойдете? Ну, смотря какой. А на какой бы митинг вышли? Какая тема вас тревожит? Какая тема? Ой, и жилье тревожит. Внуки подросли, всем надо бы отдельно, а все в дом тащат. Всю семью уже разрослись. А средств особых нет, я уже давно не работаю. Хоть протестую, да? Но все равно. Спасибо. Как вы относитесь к тем, кто выходит на протест? Положительно. Да. Положительно? Да. А как вы думаете, что людьми руководит, почему они выходят на протест? Не знаю, жажда справедливости, наверное. А вы бы вышли? На какую тему? Может быть, а может и нет, не знаю. По расписанию. Спасибо. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я просто спрашиваю. Как вы думаете, почему люди выходят на протест? Делать им нечего. Как вы к таким относитесь? Я никак к ним не отношусь, мне без разницы. А может быть такая тема, ради которой вы выйдете на митинг, например, или в пикет? Нет. Спасибо. Я не вижу смысла. Как вы относитесь к тем, кто выходит на протест? Вообще абсолютно все равно. Да и кто? Они безразличны вам? Конечно. А как есть темы, и другие люди. А есть такие темы, ради которых вы готовы выйти на протест? Или возможны ли такие темы? Пока нет. Протест. В зависимости от того, какой протест. Это надо думать, почему протест. Люди выходят, значит, причина есть какая-то. А есть такие темы, ради которых вы готовы выйти на протест? На митинг, на пикет? Пока нет. Но могут такие возникнуть? Конечно, могут. Конечно, могут. Спасибо. Все. Шпаклевочка, здравствуйте. Можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Как вы относитесь к тем, кто выходит на протест? Ну, смотря с чем это связано, какой именно протест. Ну, вот недавно был протест в поддержку Навального, например. Ну, допустим, положительно, потому что у каждого человека должно быть свое мнение, и он должен его отстаивать. А может быть тема, из-за которой вы готовы выйти на протест? Ну, да, возможно, если это будет напрямую касаться меня и моей дальнейшей, там, допустим, жизни, и также жизни моих близких. Вы учитесь? Да. Говорят про протесты? Что да. Говорят? Говорят, нам говорили, допустим, в университете, я вот учусь в университете водного транспорта, неподалеку, что если, допустим, мы выйдем на какой-нибудь митинг, допустим, того же Навального поддержку, то там будут с нами разговаривать серьезно и вплоть до отчисления. То есть будут неприятности? Да. Но вы все равно можете выйти, если какая-то тема будет важна для вас. Правильно? Да. Понимаю? Спасибо. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Нет, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, меня Тимур зовут, я опрос провожу. Как вам? Да без разницы. А есть такая тема, ради которой вы готовы выйти на митинг или пикет? Для чего? Зачем? Нет смысла, да? А чуть вас что-то не устраивает? Первый удар бы вам в лоб дал. А вы не боитесь себя назвать? Здравствуйте, можно вас спросить? Меня да. Тимур зовут, я опрос провожу. Как вы относитесь к тем, кто выходит на протест? Да, безразлично. А есть такая тема, ради которой вы готовы выйти на протест? Я думаю, что нет. Нет смысла или... Неинтересно. Нет таких тем? Неинтересно. Неинтересно? Понятно, спасибо. Здравствуйте, меня Тимур Ханов зовут, я опрос провожу. Скажите, как вы относитесь к людям, которые выходят на протест? Протест? На протест.
Мы туда не выходим. Нейтрально, нейтрально. А есть такие темы, ради которых вы готовы выйти на митинг или пикет? Нет. Ну, смотря какие темы будут, возможно. То есть не исключено? Не исключено. Спасибо. Ну вот видите, такая условно-репрезентативная выборка получилась. Есть люди помоложе, чаще готовы выходить на протест, или по крайней мере. Но те, кто, по крайней мере, допускают, что может быть такая тема. Те, кто постарше, чаще не поддерживают выходящих на протест. Ну и те, кто говорит, я пошел на протест, я был на протесте, таких никто не сказал. Ну, может быть, постеснялись, или может быть... Эта тема, может быть, я опросил не очень много людей, и надо продолжить. Продолжу и покажу на своем канале. Ваш Тимур Ханов, Новосибирск, пока.